Ну что, друзья, мы наконец-то дождались, и вышло долгожданное обновление для нашей с вами любимой игрушки под названием BIM NG Drive. Буквально несколько часов назад вышла обнова для нашей бимки, ну, на момент записи, то есть сегодня у нас 18 сентября, получается, ролик выходит 19 сентября, на следующий день, и у нас вышла обнова для нашей бимки. Я прям вот сразу же после обновы, прям вот буквально вот пришел час, как вышла обнова для бимки, я сразу же для вас записываю ролик, потому что хотелось бы очень сразу же посмотреть вместе с вами обнову. И я скажу так, добавили довольно много интересного, хотя уже там люди хейтят, говорят, что типа добавили просто тачки, обновили их, то есть ничего прям интересного не добавили. Ну, а я скажу честно, как бы разработчики, они не могут взять там, добавить вам новую карту резко, типа там что-то сделать крутое, там, знаете, графику сделать, как и в GTA 5, например, GTA 6, точнее. Поэтому надо радоваться тому, что есть царапины, к сожалению. Сейчас посмотрим, царапины не добавили. Я думаю, вы заметили, что я нахожусь на довольно интересном автомобиле. Так, царапины у нас не добавили. Это, к сожалению, как бы было бы просто сенсация, если бы добавили царапины в нашу любимую бимку. Вы можете заметить то, что я еду на довольно интересный какой-то, на каком-то довольно новом автомобиле. Это одна из частей обновления. То есть это вот у нас новая тачка добавлена. И в сегодняшнем ролике мы с вами пройдемся, посмотрим, конечно же, каждое, что добавили в обновление. Там добавили много всего интересного. Там прям огромный список. Поэтому мы сегодня с вами пройдемся и посмотрим. Поэтому давайте поставьте свой царский лайк, напишите комментарий. Также, конечно же, подписывайтесь на канал и подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании или по QR-коду, который сейчас на экране. Ну а мы начинаем, давайте приступать. Знаете, раньше я лазил по всяким сайтам и искал себе моды для бимки. Но со временем я нашел очень крутой и классный телеграм-канал с большим количеством слитых модов для BIM NG Drive. Переходите, подписывайтесь по ссылке в описании на телеграм-канал, и там вы найдете очень много крутых модов, которые вам будут по душе. Я сам подписан на этот телеграм-канал, сам ищу там себе моды для роликов, для синематик, и я уверен, что он вам очень понравится, поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Я уверен, что вы точно не пожалеете. Итак, давайте пройдемся по основным. У нас добавили новые автомобили. Первый автомобиль у нас это Gavril MD Series. Сейчас посмотрим, это, наверное, мы на нем и находимся сейчас. Да, мы на нем и находимся, но давайте посмотрим вообще на него, в принципе, в наших конфигах. Так, Gavril MD Series. Это новый автомобиль у нас в игре. Так, довольно много интересного, как бы 20 модификаций у нас на него добавлено. Но не модификация, а конфигурация 20 на этот автомобиль. Так, давайте посмотрим, что у нас тут интересно добавили. У нас добавили вот такой пикап MD-70. Это, по-моему, кстати, вот, по-моему, вот это вот MD-70 Fifth Wheel. Это, по-моему, в реальной жизни есть такая тачка. Если я найду, то прикреплю сейчас вам фотографию этого автомобиля в реальной жизни. Это, по-моему, какой-то Ford. По-моему, Ford называется F750, по-моему, что-то такое, F750 или F650, я честно не помню, но, по-моему, он как-то так называется. Я сейчас прикреплю сюда фотографию, и вот он, кстати, очень похож на этот Ford, прям, наверное, ну, это, наверное, он и есть, ну, бимка, разработчики нашей бимки решили как бы его и добавить, типа, только под своим Gavril. Давайте возьмем какую-нибудь тачку, смотрите, у нас добавили скорые, кстати, довольно интересно, у нас уже не было, по-моему, скорых. Нет, скорые были, ошибаюсь. Так вот, было бы интересно, может, если бы добавили какие-то работы, скорые там, например, еще какие-нибудь работы там, ну, миссии. Так, давайте возьмем какую-нибудь тачку, например, давайте возьмем, у нас вот есть тут танкер Upfit, вот его возьмем. Это у нас такой вот, ну, мы на нем как бы приехали сюда, только на другом конфигурации. Честно скажу, моделька прикольная, типа, что-то они новое добавили. Конечно, лучше бы они добавили какую-то новую тачку, какой-нибудь этот Итакака сервис, какой-нибудь там что-нибудь такое, ну, наподобие этого добавили бы, это было бы, наверное, получше. Прикольно. Типа я не скажу, что прям ужасно, я не знаю, почему многие жалуются на это. Давайте я немного изменю окружение, сейчас сделаю немного. Я не знаю, почему многие жалуются, что обнова полная херня. Прошло всего лишь сколько? Наверное, часа полтора, как обнова вышла. Да, часа полтора прошло. А все уже жалуются, говорят, что обнова полное говно. Хотя я, честно скажу, обнова прикольная, то есть разработчики не могут вам, типа, добавить сразу там царапины, какие-то тачки там крутые, еще какие-то новые обновления, там, графику. И, кстати, как я понимаю, оптимизация в эту игру тоже добавилась, то есть они сделали лучше оптимизацию. Мне кажется, обнова очень даже прикольная, очень даже хорошая. Так, это у нас получается, я читаю это, среднетоннажный грузовик с различными вариантами кабин и обширными возможностями настройки, включая полный привод конфигурации и специализированные надстройки. То есть у нас такой вот автомобиль. Довольно прикольно, честно скажу. Мне такой автомобиль, наверное,
он будет полезен в игре, как бы можно что-то с ним устраивать, что-то интересное, какие-то РП-ситуации. Мне кажется, автомобиль прям прикольный. Особенно будет прикольно его видеть в трафике. То есть, если он будет кататься в трафике, то это, наверное, очень тоже классно будет его видеть в трафике. А давайте посмотрим дальше. Обновление для Gavril T-Series. Сейчас посмотрим с вами тоже, зайдем в машины. Посмотрим Gavril T-Series. А где он у нас? Сейчас. Обновление. Завершение ремейка с новыми функциями. Насколько я понимаю, добавили опять этот танкер. Еще модификации добавили, я вижу, да. По-моему, их не было. Теперь я ошибаюсь. По-моему, вот этих модификаций не было. Такими как короткий вариант сидельного сцепного устройства. Это у нас получается что? Это у нас... Ага, наверное, вот что-то вот, наверное, либо вот этот. Да, наверное, вот этот. Новый, да? Или вот этот, да, наверное, кастом. Это у нас, наверное, новый. Если я не ошибаюсь, дальше у нас различные конфигурации осей и мощный двигатель V8 для драг-рейсинга. Ну, короче, не суть, а то мы его все равно сейчас смотреть не будем. Короче, тут добавили двигатель V8, ну, конфигурацию для драг-рейсинга. Дальше, новые детали для автомобиля. Добавлены новые конфигурации и послепродажные детали для Ibisu Pessima и Hirochi SBR4. А также исправления для других автомобилей и объектов. Это у нас получается что? Новые, наверное, как понимать, тюнинг новый, да? Давайте, может, тоже его сейчас глянем. И Ibisu Pessima у нас. Ibisu Pessima, вот она, да. Вот она у нас. У нас, наверное, добавили для нее. Ну, я что скажу? Прикольно. Это, ну, это же точно, но я тоже не ошибаюсь, это не мод какой-то. Ну, прикольно, скажу. Они что-то сделали прикольно, то есть у нас теперь какая-то трешовая тачка. Ну, как сказать, трешовая. Просто трешовая конфигурация. То есть у нас теперь есть какой-то такой вот зомби-апокалипсис, наверное, так сказал. Про эту тачку, типа вот, реально, зомби-апокалипсис, пойти, поехать на такой тачке, вот просто, все, знаете, стоят зомби, и надо в них фрезаться и собирать очки за это. Вот, если вы такую игру играли, напишите в комментариях, я думаю, многие эту легенду помнят, были такие игры у нас в детстве. Дальше, переходим дальше, Hirochi SBR4, давайте тоже посмотрим, ладно, Hirochi SBR4. А что это за тачка у нас, Hirochi SB? Что-то прямо не могу вспомнить, что за Hirochi у нас. А, электричка наша, все, понял, наша типа Tesla. Это, я как понимаю, конфиг добавили на нее вот это, да, RVD Base, который, да, правильно понимаю? Или трековая, вот эта версия, наверное, трековая, да? Скорее всего, трековая версия, это вот у нас есть обнова. Тоже прикольно выглядит, как бы, почему бы и нет? У нас почему-то немного лагает бимка, странно. А, она прогрузилась. Почему бы нет? В общем-то, тоже прикольно они сделали. Новый какие-то ливрейк, новый какой-то обвес, тюнинг, как бы, очень даже прикольно. Если я, конечно, не ошибаюсь, если это, конечно, не моя моделька, наверное, это не моя. Да, это не моя моделька, наверное. Да, не моя. Обновление для нескольких районов, West Coast, USA, и включая улучшение дорожной сети, парковок и тротуаров. То есть у нас улучшились, как бы, добавили новую карту, новые локации. То есть у нас добавили новые локации. Как мы можем заметить, вот эта локация у нас тоже обновлена. Это которая у нас вот возле шоссе. Локация тоже обновлена, то есть у нас тут вот... добавили всякие, видите, тут всякие закоулочки. Мне кажется, вообще прикольно сделали. Вот мне эта локация нравится. Типа, теперь можно где-то еще погонять. То есть тут у нас есть такой вот въезд, выезд. Тут вот можно сразу на трек выехать. Прикольно. Это прям кайф. Еще давайте посмотрим, какие у нас локации добавили. Я видел, у нас в начале добавили вот эту вот часть. У нас теперь вот так все выглядит. То есть не так, как раньше. Мне кажется, раньше даже было лучше, но... Сейчас более, знаете, так современно. Но тогда, конечно, это вот была легенда, которая у нас была. А это тоже как бы прикольно. Камеры добавили, смотрите, какие прикольные камеры. Прикольно. Хорошо, что разработчики как бы обновляли какие-то места. Давайте посмотрим, наверное, тут еще что-то тут обновили, я думаю. Или нет. Наверное, не обновляли ничего тут. На нашем заводе ничего не обновляли. Прикольно. Потому что разработчики как бы не забили на локации, на карты. Они как-то все... пытаются улучшать локации, еще что-то улучшают. Но тут, по-моему, обновили. У нас добавили деревья. Вот это дерево, по-моему, у нас его не было. Дальше вот этих деревьев у нас, по-моему, не было, если я не ошибаюсь. Конечно, если ошибаюсь, то подправьте меня в комментариях. Дальше. У нас, по-моему, тут ничего больше не обновили. Хотя вот этот канал был. Нет. Наверное. Дальше. Ну, я как бы больше не вижу по обновлениям наших карт. Ничего больше интересного не вижу. Тут как будто трава стала лучше. Ну, как бы, как и написано у нас. Разметка, кстати, другая. Это мне кажется. Наверное, мне кажется. Давно я на этой карте не был. Наверное, да, разметка, наверное, новая. То есть у нас тротуары обновлены, все обновлено. Теперь у нас более все стало реалистично. Это кайфово. Разработчики не забивают на игру. По-моему, у нас даже тут парковки не было. Или я ошибаюсь опять. Прикольно. Разработчики красавчики. Я им прям респект. Просто огромный респект им. Прям постарались и не забивают на
наши стоковые карты добавляют что-то новое, что-то интересное, как бы правильно. Ладно, давайте переходить к следующей миссии. Буквально недавно мы с вами проходили вот вчера, когда вы смотрите этот ролик. Вчера выходило видео у меня на канале, где я пытался проехать сценарий. И вот у нас обновлены миссии. Сегодня у нас обновлены миссии. Обновление системы миссий с новыми заданиями, включая Drag Racing и Drift миссии. Давайте мы их смотреть не будем. Я думаю, мы оставим это на потом. Я зайду отдельным видосом, и мы с вами там посмотрим эти миссии. Что-нибудь попробуем, сделаем с вами что-нибудь прикольное. Может, там подрифтим, попытаемся, что может, там можно очки набирать, на время дрифтить. Короче, с вами это посмотрим обязательно. Дальше. Новый инструмент Road Architect Tool. Это мощный инструмент для создания и настройки дорожных сетей в F1, в World Editor нашем. Честно скажу, я не очень прям умею пользоваться World Editor. Я, может, максимум могу там... Просто, как я понимаю, можно теперь, кто этим как бы занимается, кто любит такое, теперь может менять локации, менять дороги. То есть обновлены... Что у нас тут? Я читал вам. Обновлено настройки дорожных сетей в World Editor. То есть, кто этим увлекается, вот, наверное, можно взять... А, вот, все, я увидел, наверное, я разобрался. Вот у нас, типа, смотрите, вот видите, как называется... Slid Action. Виде у нас остаются, вот мы их можем как-то, наверное, менять. Давайте как-нибудь так сделаем, попробуем что-нибудь намутить сейчас. Главное, чтобы это потом не сохранилось на нашей карте. Все, как сохранить теперь? Все, смотрите, мы с вами изменили теперь следы шин, мы можем... Короче, я понял, мы можем с вами теперь менять следы шин на... Ну и вот это все прочее. Мы можем с вами менять, типа вот видите, следы шин, например, можем поменять с вами, как-то по-другому их нарисовать на нашем асфальте. Короче, фишка такая, для кого, кому это прям важно, там, например, синематики снимать, мне кажется, это прикольно. Фишка довольно прикольная, довольно хороший инструмент. Дальше, другие исправления, которые у нас были добавлены, это улучшения. Исправления для World Editor, включая улучшение интерфейса и новые инструменты. Мы... А, да, я сразу не заметил. У нас новый интерфейс в F11. Прикольно, честно скажу. Теперь выглядит как-то более современно все. А еще хотел посмотреть, у нас не обновили вот эту штуку. У нас же входила обнова, и было вот это вот добавлено, видите, оно еще типа в бета-версии находится. Дальше, что у нас? Были сильно оптимизированы упрощенные машины на этом тизере. Brookwell, Bastion, и Bishop BX, и Bishop COVID. Ну, короче, это все оптимизированные упрощенные машины были, короче, это все как бы и так понятно. То есть у нас, как я понимаю, не завезли оптимизацию для самой бимки, а завезли для автомобилей. Довольно прикольно, тоже запарились и завезли, наши как бы разработчики завезли оптимизацию для упрощенных машин в бимке. Тоже, так как бы не забивают, их красавчики. Наверное, все. Все мы посмотрели с вами, поэтому будем, наверное, дальше с вами сидеть за обновами. Мне кажется, мы все с вами посмотрели. А, подождите, я еще что-то видел, по-моему. Объекты были добавлены, нет разве? Нет, объектов не было добавлено, хотя мне казалось, что объекты добавили. Ладно, на этом будем заканчивать. Сегодня скоро ли получился. Довольно, может, как бы я вам все рассказал, все посмотрели с вами. Скажу так, обнова прикольная, обнова интересная, разработчики стараются не забивать на эту игру. То есть они как бы уважают нас, игроков, разработчики, не надо их прям судить строго. Обнову они закатили прям отлично. То есть я не могу сказать, что эта обнова ужасная, какая-то уродливая. Добавили новую тачку у нас, это теперь у нас, ну, вот это DM70, по-моему, называется, на DM-серии, короче. Поэтому я думаю... Судить их строго не надо, они завезли новую тачку. Когда у нас была последняя обнова? По-моему, в начале лета, если я не ошибаюсь, или в конце весны. Вот как-то так у нас было. Обнова, да, выходила где-то так, я не помню, когда именно, но как-то так, наверное, в начале лета она выходила. Поэтому за 3 месяца они добавили новую тачку, завезли оптимизацию для таких стоковых тачек, как и Бишу, там, Ковид и всякие, ну, короче. Я думаю, это довольно похвально. Также они у нас как бы обновили локации новые на картах. Мне кажется, за 3 месяца это... Хотя хз, может как бы... Я не разработчик, и, слава богу, потому что я в этом не особо шарю. Потому что, не знаю, мне кажется, за 3 месяца это довольно много они добавили. Тем более, я думаю, это точно не только это сделали за 3 месяца. Я думаю, они еще что-то делают одновременно. И в скором времени, как бы, может у нас через недельку, может... Завтра, а может через месяц, выйдет еще одно обнова. Выйдет еще одно обновление, где мы увидим, может, с вами еще что-то новое. Может, увидим оптимизацию новую зайдут там в игру, еще что-то, может, какую-нибудь еще новую карту. А может, вообще царапины. Это было бы, конечно, идеально, если бы они завезли нам царапины. Но пока что мечтать не вредно, поэтому будем с вами пока что только мечтать. Еще, кстати, я вот жду, вот как, может, и многие ждут,
У нас же тут вот, смотрите, когда мы появляемся, да. Кстати, я вижу, обновлены текстуры дорог. Еще вот это тоже важно заметить. Тут не обновлены, а вот тут вот, на этом участке, у нас более текстуры стали получше. А может, мне опять кажется, но мне кажется, стали получше. Еще, мне кажется, добавили много деревьев. Вот тут деревья появились, как бы их, по-моему, не было. Там вот деревья появились. Нет, тут, ладно, деревья, наверное, были. А там, где мы раньше с вами смотрели, там вот. Мне кажется, деревьев было меньше. А может, мне кажется, тут деревьев, по-моему, тоже не было. Вот эту дорогу. У нас как бы она... Я думаю, многие про нее знают. Как бы. И я, наверное, может, единственный жду, когда я открою тут дорогу, сделают, может, что-то прикольное. Может, там будет дальше какой-нибудь проезд. Тут вот бы... Поставили, может, какой-нибудь торговый центр, там, парковку какую-нибудь, было бы, мне кажется, прикольно. Или вот тут, например, сделали бы какой-нибудь новый дачный поселок на этой горе. Было бы прикольно, мне кажется, если завезут, то это будет прям респект от меня, это точно. Поэтому разработчики, если вдруг кто-то, хотя это вряд ли, смотрит, то я думаю, вам идея подкинута. Туда что-нибудь добавить, новую локацию, но, как бы, мне кажется, прикольно. Обнова прикольная, мне нравится, мне зашла. Я не знаю, почему многие говорят, что обнова полное говно, но мне, честно скажу, зашла обнова. Они добавили много чего интересного. Новые тачки, новые, как бы, локации. Обновили там всякие тачки. Тут у нас, кстати, тоже текстуры изменились. Как я понимаю, асфальт они обновили. Они сделали асфальт более такой реалистичный, как я понимаю. Поэтому тоже респект. Разработчики, красавчики, у нас еще тут, а мы тут уже с вами были. Вот тут как бы у нас тоже прикольно, они добавили много чего интересного. Вот у нас шуфл, борт, логистик, дистрибьюшн. Разработчики, красавчики, я не буду их следить строго, потому что многие говорят, что одно в говно. Но разработчики по-настоящему красавчики. А вот у нас Drag Racing, обновили это вот тут, понимаю, да? Да, тоже обновили, у нас получили новый асфальт. Теперь он выглядит реально как настоящий. Я подумал, что это реально реальная жизнь. Поэтому, красавчики, разработчики, на этом будем заканчивать. Такая у нас обнова вышла сегодня. Записываю ее тут же сразу, как она вышла. Для вас специально выбрал время и для вас специально записываю. Ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании или по QR-коду на экране, который у вас сейчас на экране. Там, кстати, очень много интересного. Там я и про обнову сразу же сообщил. Поэтому подпишитесь. Те, кто играет в Бимку, для вас это точно будет интересно. Ну и также я там рассказываю про свою жизнь, как бы про чем-то с вами делиться. Поэтому, я думаю, вам будет интересно посмотреть. Там всякие фишечки, новые игры я покупаю. И иногда, кстати, проходят конкурсы, поэтому я думаю, если вы подпишитесь, вы иногда можете участвовать. Там как бы будет много чего интересного. Подписывайтесь, вы точно не пожалеете. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. На этом все. Всем пока-пока.